Село Бурлин закрыто на карантин до 25 апреля. Введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри самого села. Установлены 3 санитарных поста. Социальные объекты работают в штатном режиме. В Бурлинском сельском округе проживает почти 4200 человек. Введение карантина стало необходимой мерой. Статистика заболеваемости растет день ото дня. В Бурлинском сельском округе за прошедшую неделю выявлено 27 случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим здесь усилены карантинные меры. Установлены 3 санитарных поста. Власти призывают население к более ответственному отношению в сложившейся ситуации. Ведется круглосуточный контроль за движением автотранспорта и населения. Въезд и выезд разрешены лишь для конкретных категорий транспорта и лиц. Граждане, работающие в других населенных пунктах, выезжают по справке от работодателя. В самом селе созданы 6 мониторинговых групп, которые следят за соблюдением санитарных норм на объектах предпринимательства и социальной сферы. 25% от общего числа случаев – это достаточно высокий показатель для сельского населенного пункта с населением в 4 с лишним тысяч человек. Если не применять ограничения, возможен рост числа больных и распространение инфекции на соседние села. Любые карантинные меры мы принимаем для блага и здоровья всего населения нашего района. В районе наблюдается рост заболеваемости. Если в период с 26 марта по 1 апреля по информации бурлинских санэпидемиологов было зафиксировано 79 новых случаев коронавирусной инфекции, то со 2 по 9 апреля уже 123. Всего с января текущего года COVID-19 подхватили 724 жителя района. Из них выздоровели 479. К сожалению, есть и летальные исходы. Мария Пирог, Алтынбек Майкенов, телеканал Акжайк.